Снова всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы рассмотрим случай, когда у вас поясничная боль, ну, грубо говоря, люмбаго, да, или, причина боли может быть разная, но, как правило, тут сглаженный лордоз, может быть, листез позвонка или антилистез. В общем, во всех этих случаях нам поможет подушка Мейрама, сейчас покажу, в чем она заключается, и вот такая поза, когда мы кладем три валика, один под поясницу, один под шеей, один под коленками, и при этом ноги у нас, видите, вот пальцы сведены, стопы вот так вот. Может, что-то сбоку показать, чтобы было видно на просвет, как поясница выгибается. То есть поясница на ней лежит и вот растягивается. Вот так вот. И здесь руки тоже вот так вот сводим. Лежим в такой, здесь прям под коленки надо вот подальше чуть-чуть. Лежим в такой позе минут 15-20 в день, и происходит сонастройка всего костно-связочного аппарата, уходят боли, позвоночник начинает выстраиваться, мы как бы даже в росте чуть увеличиваемся, в животе проходят проблемы, вздутый живот тоже начинает сдуваться, ну то есть польза там не пересказать всего, да, на что идет здоровительная польза. Подушки, давай все вынимаем. Они могут быть прям под шею, прям валик надо под шею, вот так вот укладывать. Можно, в принципе, и спать в такой позе, если просто поудобнее настроить. Удобно сидеть, так комфортно. Вот. По высоте под себя подбираются подушки. Если вот такая уровня. Если такая слишком мягкая для вас, есть всевозможные валики. Вот помягче валик, например. Вот такой, да, или вот пожестче из. Из шелухи гречки. Соответственно, эта подушка вот из жесткого поролона. У нее две высоты есть. Вот такая высота, если надо, вот такая высота. Если подушек нету, давай вставай, садись. Покажем, что это такое. Это, ну, как бы заменитель подушки Мейермана. Она обычно деревянная, такой брусок, и с высотой определенной. Здесь же высота регулируется. Она достаточно мягче, поскольку, например, повыше, да, поскольку за счет нашего веса она немножко прогибается. Соответственно, если нет подушек, да, то вот такого диаметра можно найти пластиковую бутылку, ну, любую, как правило, из 1,5-литровая подойдет, да. Водой ее наполняем, ну не полностью, так чтобы немножко оставалось для амортизации воздуха, чтобы немножко оставалось, да. И можно, если там маленькая, полотенцем еще обмотать. Соответственно, под коленки, под поясницу и под шею. Поза хороша и для отдыха, для расслабления всего организма и для восстановления болей. Как у тебя сейчас здесь? Ну, лучше. Не тянет лучше, да? Ну вот, так что такими простыми советами воспользуйтесь, пожалуйста, уважаемые дамы и господа. С вами был Олег Алабудин, а лучше подписывайтесь на мой канал. Я вам еще кучу полезных советов дам для домашнего использования. До новых встреч, дорогие друзья.